Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. И да, ребята, всем привет! И эта серия выходит только благодаря вам, благодаря вашим положительным оценкам. Так что спасибо. Да, вы знаете, что делать. Это троллинг. Надеюсь, что одна из ваших любимых рубрик, поэтому влепите огромный палец вверх на мой видос и на видос Евгения. Если наберем по 15 тысяч лайков, то сразу же выйдет продолжение. Мы прям обещаем, честно. Да, мы обещаем. Погнали, В общем, ребята, добро пожаловать на мою карту троллинга. И что она себя будет представлять, вы меня спросите? Вся моя карта представляет фильм «День сурка». Ну, наверное, не все знают, что это за фильм. Также еще был один фильм, в котором случалась катастрофа в поезде. И главному герою нужно было предотвратить вот эту катастрофу. И каждый раз, когда ему не удавалось это сделать, он умирал и возвращался на день обратно. И у него вот этот день повторялся тысячу, две тысячи, пять тысяч, 10 тысяч раз подряд. Ну, короче, Жека у нас будет зациклен в одном и том же дне, где ему нужно будет предотвратить в каждой комнате по одной какой-то катастрофе. Сложно, я согласен. Сложно, но вы все поймете, поэтому, ребят, не переживайте. Давайте мы сначала пойдем на карту к Евгению, пройдем ее быстренько, а потом, естественно, вернемся на мою. И... Лайк! 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 Одна секунда, поставьте лайк прямо сейчас, мне будет очень приятно, а вам не лень. Давай, кто настоящий мужик? Кто настоящая красивая девушка? Поставьте лайкусики на эту серию, я буду прям в восторге, если вы вот это сделаете. Сделали! Но кто сделал, тот молодец. Кто не молодец, тот очень плохой человек. Короче, сделайте, поставьте лайк, а мы, ребята, потопали на карту к Евгению. Пройдем и вернемся на мою. Поэтому вперед. Ну что, Эдисон, я уже готов, ты готов пройти на мой троллинг? Ты уже готов? Ну давай, проходим, да. давай. У меня сегодня странный троллинг, я тебе ничего говорить не буду. Вообще ты просто заходи в эти замечательные двери, заходи. Странные у тебя двери какие-то, странные у тебя двери. Какие-то прям, знаешь, необычненькие двери. Необычные, вообще необычные. Необычненькие, да. Двери. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Эй! Чё это за хрень? Как... Подожди. А как я перевернулся вообще? Это на самом деле магия. Знаешь, я тебе сейчас расскажу небольшой сюжет. Ага. На наш мир, на Майнкрафт напали инопланетяне. Ну ты как бы зря так сделал, мне кажется, тебе так не нужно делать. Хорошо, хорошо. И они перевернули весь мир, ты понимаешь? Они перевернули весь мир. Да, и тебе нужно добраться до этих инопланетянин и что-то для них сделать, чтобы мир перевернулся обратно. Ну вот. Добраться до инопланетянин? Да, а что они меня перевернули, а тебя не перевернули? А, потому что я... Потому что ты их друг! Нет, ты их друг, ты с ними сговорился, нет. Да? Нет, мы с ними такое соглашение небольшое, типа, что... Да, все нормально, все нормально. Друг, значит, инопланетянин, все понятно, все с тобой ясно. То есть, если ты понимаешь, задумка карты в том, что тебе придется вот так вот вниз головой проходить всю карту, всю карту, да? Хорошо. А как мне выбраться с этой сраной комнаты, у меня такой вопрос. А тут, смотри, в этой комнате ты должен как бы понять механику этой перевернутости. Ты уже понял. Ты уже молодец. Я молодец. Спасибо. Ты нашел карточку, но проблема в том, что как туда запрыгнуть? Да, как туда забраться? Мне кажется, да, ты в правильном направлении движешься, ты в правильном. Это, конечно, все круто, да, но я допрыгнуть оттуда не могу, если что. Так, Эдисон, тут косяк произошел, но как бы шушмек. Какой косяк? Пришел. Ну я просто работник, понимаешь, полочка отвалилась, я полочку починил. Ага, то есть я не мог перепрыгнуть, да, туда изначально получается. Я тебя просто затроллил, понимаешь? Ты просто работаешь на этих инопланетянин проклятых. Вот, все понятно с тобой, все с тобой понятно. Начальник, не ругайтесь, пожалуйста. Все с тобой понятно, да. Эдисон, смотри, тут начинается хардкор, понимаешь? Ты вышел из дома, тут есть метро, видишь метро или тебе не видно? Что за лаги? Какие лаги? Никаких. Ты зря торопишься, вот пока я тебе не сказал, ты вот уже пошел, да? Хорошо, да. Вот. Смысл в том, что тебе не нужно вот так вот лететь наверх, потому что если ты полетишь наверх, то ты больше не вернешься. Все, то я больше не вернусь, да? Никогда больше не вернусь. В космосе с инопланетянинами. Хорошо, хорошо. Нужно попасть. Вот видишь, вот инопланетянин, ты его видишь? Вот он. Вот он. Где? Вот смотри, вот свои вишни, вишни. Я знаю, что ты инопланетянин, но я другого больше никого не вижу. Да нет, вон там такая. Нет. Видишь? Нет, не видишь? Нет. Ну, короче, между ногами как бы сложно что-то посмотреть, поэтому... Нет, да, Жека, я не смотри. Вижу. Смотри, короче, тебе нужно в ту сторону,
и тебе нужно туда как-то перебраться. Как мне туда перебраться, у меня такой вопрос. Единственный, мне кажется, вариант, как у тебя можно перебраться, это вот с помощью подземного перехода, понимаешь? Это да, это все логично. А как мне туда запрыгнуть? Ну ты все зафейлил, поэтому да, и ты можешь ко мне тпшнуться. Я уже все зафейлил, уже так быстро все. Ты уже все зафейлил. Тебе нужно подумать, как ты туда можешь забраться, вот в это метро. Ну явно не так, явно тебя Так, а что аккуратно сделать, его понять? Смотри, тебе нужно попасть вот сюда. Я это уже понял, да, это уже 300 раз понял, да. Что ты можешь сделать? Вот что ты можешь чисто вот сделать? Как ты думаешь? Да тут shift даже не работает, ты понимаешь? Вот смотри, мне кажется, скамеечка тебе должна точно помочь. Я как бы только что садился туда. Да, ну вот сейчас ты сел, видишь, все хорошо. А первый раз не было хорошо, она мне тп кнула куда-то. Ты просто на первую скамейку сел, а не на вторую. Вот, а ты сел сейчас на вторую, ты молодец. Так, давай, Дисон, давай, перепрыгивай. Опа! Подземный переход, да, это подземный переход. Подземный переход. Тут у нас какие-то багеты продают и рыбу продают. А багеты для Франца! Ну ты можешь, в принципе, на этом не оставить, тебе нужно... Да, хорошо. Тебе нужно вот сюда, понимаешь? В метро нужно. Метро мне нужно. Нужно мне в метро. Метрополитен. Это вот это самое, да. А ты что, уже взял эту штуку? Да, я уже взял. Сказал. Ну тебе нужно сесть на походюльщика, понимаешь? О, молодец. Молодец. Так, Энисон, ты пробрался. Кто это такой? Кто это? Это что, Ивангай какой-то, нет? Нет, банкомат. Это продавец, понимаешь? Продавец. А тут суицидники, смотри. Они умирают. Ты тоже там окажешься, но, к сожалению, нет, ты там не оказался. Ага. Как тебе пробраться вовнутрь? Не, ломать тебя нельзя. Ну ты смотри. Так, а продавец... Карточка нужна, подорожник. Подорожник, посмотри, подорожник. Ага. Есть банкомат, Ага! Ой, не та кнопочка. Ты нормально, все хорошо. На походюльчика! Вот он идет сзади тебя! Что происходит? Почему я улетел через стенку, я сейчас лечу наверх, в космос куда-то? Да? Нет, а ты мне стоишь на месте, ну ладно. Прикольно. А, хорошо. Не та кнопочка. Ты запомнил, на какую-то кнопочку нажал? Опа! Так, ага. Привет. Как же сложно все делать с перевернутыми ногами, мирами, вот это все. Наркоман! Да. Проклятый! Наркоман! Это действительно очень сложно. Так, хорошо. Выпусти меня, пожалуйста. Ты забрал деньги? Деньги забрал? Деньги? Да, я все забрал. А ты карточку купил? Нет, карточку. Лох! Так, хорошо. Ага, опять походюльчики ваши проклятые, да, вот эти. А ты купил карточку? Нет, ничего я не купил. А что ты такое? Я заколебался умирать уже. Так, всё, хорошо. Убегаем! Магат! Осторожнее, Эдисон, всё. Вот он, теперь ты его видишь? Покажите, на что... Я улетел к тебе домой, инопланетянин. Я понял, ты пока что не способен. Что ты мне показать, писю, я ничего ему показывать не буду. Пускай он обломается. Эдисон, вот танцпол. Тебе нужно спеть для него песенку, чтобы он перевернул мир обратно, понимаешь? Кто это такой? Ты объясни, кто это такой? Это инопланетянин. Понимаешь, инопланетянин, который питается песнями. Песню. Вот. Странный какой-то инопланетянин, да, он откуда вообще прилетел? Покажите, на что способны, понимаешь? Вот. Нужно спеть для него песенку. Песенку? Вот. Какую песенку? Мне кажется, ты знаешь, какую песню. Ну что, Эдисон, ты понял, что это песня или не понял? Я понял. Откуда это? Я понял. Жека, дай мне бит. Так, бит. Го! Можно. О-о-о! Пора перевернуться! О, да! Снимай свои труселя и показывай писюн! Насри мне на пол! Пора перевернуться у нас тут! О, да! Мне кажется, это достаточно! Дебил! Ну ты же хотел перевернуться, вот ты перевернулся. А, все, я в нормальном мире. Да? Сам его чугат, да? Это то самое. Это отсылочка к Рика и Морти, кто понял. Вот кто понял, кто понял, тот молодец. В общем, проходим ко мне, Евгений, Пойдем. Что, Евгений! Я уже готов пройти на твой троллинг, а так давно не троллился, что просто уже вот соскучился. Давно. Как давно? Недавно ж было. В общем, Относительно. Проходи на мою карту. Так, давай. Проходи на мою карту. В общем, Евгений, в чем заключается суть моей карты, да? Вся моя карта — это один сплошной день сурка.
понимаешь? Ага, то есть типа я буду возвращаться в один и тот же день, да? Да, да, да. У тебя есть. Ура, ура! У тебя есть три комнаты. Три комнаты. И в каждой комнате тебе нужно предотвратить какую-то катастрофу или восстановить какие-то события, да, чтобы исправить вот этот день. Слушай, прям классно, прям классно. Хорошо, а где эти комнаты? Ага. Да, вот. А, да, добро пожаловать, идем сюда, в первую мою комнату, идем сюда, в первую комнату. И, Евгений, погнали. Погнали. А, да. Так, хорошо. Так, катастрофа. Иди сюда, значит, иди сюда, да? Катастрофа, иди сюда. А, катастрофа! Катастрофа, уже катастрофа, уже катастрофа, уже катастрофа. Сам Евгений умер, вот это катастрофа. Все, первую комнату ты не прошел, но день сурка тебя перекинет обратно в эту же комнату в этот же день. Поставь себе вот тут спанпойнт в этом лобби, вот тут, да, поставь. Да, давай, заходи, заходи. День сурка, день сурка. Мне кажется, понятно, не все наши подписчики знают, что такое День сурка и вообще. Ну блин, мне кажется, фильм. Некоторые смотрели «Грань будущего». Много таких фильмов на самом деле сейчас есть. Возможно, иди сюда, вот, поэтому... иди сюда. А, катастрофа! Тут катастрофа у нас произойдет. Знаешь какая? Иди сюда. Этот поезд взорвется, да? Поезд взорвется! А! Поезд взорвется, поэтому надо предотвратить. Тебе нужно вычислить, кто взорвет вот этот поезд. Кто такой негодяй проклятый, понимаешь? И у тебя на это есть каждый раз по... А где я? А где я? У тебя каждый раз есть по одной минуте. Если ты не будешь успевать, то поезд будет взрываться, понимаешь? Ага, я тебя спасу. Спасибо. День сурка, день сурка, мы возвращаемся обратно на день, давай. А за что меня посадили в тюрьму? А, потому что ты что-то там делал за этим поездом, и все начали тебя подозревать, то что ты взорвал вот этот поезд, понимаешь? Проклятый, может ты поговоришь с этими, с пассажирами или с людьми? А как я с ними поговорю, если я не могу? Ага, во. А, он мне говорит, сс. А, это Игорь? Это Игорь? Я не знаю, просто его зовут Игорь. Его просто зовут Игорь. А вот с этим я не могу говорить. Можешь, наверное. Не, не могу. Да, да, да. Тебе, ты понимаешь, в этой серии ты должен быть детективом. Ты ну, должен пытаюсь... понять, кто у нас виноват. Кто виноват? Ага. Так, подожди, тогда я вначале посмотрю, что мне дается. Ага, понял. Тогда вот теперь... А, нечего терять. Shadow Priest, нечего терять. Нечего терять. Ты ничего должен по этим разговорам вычислить, кто же у нас тут суицидник, понимаешь? В общем, Евгений, ты понимаешь, что ты должен вычислить террориста и убить его. Вот он, Вася. Вася! Нападение на невинного, нападение на невинного человека! За что меня... А, все, день сурка кончился, ты напал на невинного человека. Вася у нас не преступник. Понимаешь, Вася у нас... Он же суицидник, типа нечего терять, все такое. А, потому что он старый человек, ему нечего терять, он уже прожил свою жизнь, понимаешь? Ты напал не на того ты напал, понимаешь? Ты не должен делать поспешных выводов, ты должен нормально все порасследовать, и потом так сделать... Так я никаких поспешных выводов не делал, ты мне сказал его убить. Я тебе не говорил его убить, тебе нужно как бы... Ты мне так прям, знаешь, вот прям так... Да как? Тоже что ли... Теперь невидимый блок, он тут раньше его не было. Нет, просто берешь его, тут проходишь и все. А, да? Окей. Так, мне кажется, все же террорист, наверное, находится в вагоне, в самом вагоне. Тебе нужно вычислить, кто это такой. Хорошо. А зачем мне тут за джамбуз, типа, тут же невидимые блоки. Ну, а где еще, а где нету невидимых блоков? А, я понял, все. Я уже заметил, только сложно. Ага, все, кнопочка. Что там, кнопочка? Так. Кто из вас террорист? Нужно поговорить с ними, да. Так, подожди, я боюсь с ними говорить. Вот мне кажется, террорюга вот этот вот. Он пишет мне ГГ. ГГ пишет. Ага. ГГ. Понятно. Хорошо, это пишет Этот ахаха. Ахаха, всё. Они все террористы, что ли? Или что? А может, что может, лол? А этот вообще не разговаривает. Разговаривает. Он пишет, полетели. А, ну полетели, он летает. А, это плохо. Хорошо. Мне кажется, вот этот вот террорист, который ГГ говорит. Да? Опять ты убил невинного человека, день сурка, все заново. День сурка, все заново, Жека, все заново. Хорошо. Улетел. Так, Жека, это я уже не знаю, какая попытка, вроде 1058, как я понимаю, да. Тут есть какая-то логика или это чисто рандом? Нет, тут есть какая-то логика. Хорошо, я тут тогда... Иди сюда, хорошо, ну ладно. Тебе нужно в первую очередь посмотреть, как выглядит террорист. Будь детективом! Хорошо, вот мне показалось, что террорист это чувак, потому что он такой, у него закрывает вот эта штука капюшон. Это священник. Хорошо.
Кто тут больше всего похож на террориста? Давай рассуждать. Вот эти два чувака похожи на террористов. Они в таких очках и такие типа... Нет, это военные. А, понятно, хорошо. А то это обычный Стив. Это какая-то с писюном на груди. Это рыцарь. Ну и вот этот похож, да. Нет, это просто хипстер. Он даже не бьется, не разговаривается. Это просто хипстер. Да, ну хорошо. А вот это бомж просто, и все, который валяется. Ничего необычного, ничего необычного. А может террорист на улице? Ой, это случайно был, он сам... День сурка, поспешный вы! Этот бомжара сам на меня напал, понимаешь? День сурка, да. Нет, Жека, да, давай, все по правилам. Возможно, он где-то на улице, понимаешь? Так, ты мне вначале ты говоришь, что он, скорее всего, в поезде. Теперь он все-таки на улице. Откуда я знаю? Ты детектив! Ага, тут что-то типа под, да, может быть? Не знаю. Нет, у меня тут ничего нету, типа все темно. Ай, умираю. Ты все хорошо посмотрел, все хорошо обдумал, где у тебя темно, где не темно. Да, у меня вот под поездом темно. А почему ты туда идешь, у меня такой вопрос? Это сломаю листву, хорошо, ты меня не вижу. А, не, вот сейчас я увидел, что ты там сломал. Что ты увидел? Что ты увидел? Вот, я увидел какого-то чувака тут. Какого чувака? Чувака, трава мешает. Это крипербар какой-то, смотри, он одет как вот этот самый вроде, да? Я не вижу, как он там одет, но я тыкнуть на него не могу. Я понял. Просто понимаешь, он бомбу заложил под поезд. А то есть ты все же думаешь, что он террорист, а почему он террорист? Твои выводы. Я уже всех уже побил в этом поезде, поэтому он террорист, точно. Ну ты молодец, ура! С первым заданием ура! Ты справился, с первым заданием ура! День сурка! Хорошо, Евгений, ты пешься, иди сюда. С первым заданием ты справился, давай быстренько второе, давай. Окей, Это твое подсознание. Вот. Ага. Ты попал в свое подсознание, тебе нужно понять, что же тут не так. В моем подсознании нету пони, так есть, не надо. Есть, она говорит, пони говорит, о-ля-ля. О-ля-ля, она говорит, да. Жек, тебе нужно понять, чего тут не хватает в твоем подсознании, чего не хватает. Хорошо, я вот вижу тут сундучок, да. Я тебе дам подсказки, да, тебе нужно найти 6 вещей в этой комнате. Лук и стрелы. В первую очередь, я тебе сразу буду давать подсказочку, потому что это затянется надолго. Тебе нужно найти самую странную пони, то есть, которая как-то отличается от других. Может, там она больше ростом, она выше, или она там медленнее бегает, или быстрее бегает, или что-то такое. Так, вот на это у меня не тыкается, поэтому, скорее всего, это она, но... Не, то, что тыкается, я же тебе только что... Я тебе только что перечислил. А, то есть, типа, не важно, что она говорит. Так, подожди, я какую-то дырку тут вижу. Какую дырку? Или мне кажется? Какую дырку ты там видишь? Я уже не понимаю, что тут у меня просто черная какая-то фигня под деревом, я не знаю. А я не знаю, какую дырку ты там видишь, какая дырка. Не, я понимаю, ага, вул, у меня вул. Есть шерсть. Ага, хорошо, не делай поспешных выводов. А тебе нужно найти пони, которая отличается от других. Непонятно. Ну вот это, наверное. Не знаю. Да? Да она медленнее бегает. А зачем тебе лук тогда дали и стрелы, если она убивает тебя с одного удара? Ага, ну хорошо, то есть я должен её подстрелить! Подстрелить! Сраку подстрелить! Так, хорошо, давай. Ага! Что выпало? Розовая шерсть. Розовая шерсть выпала. Это всё хорошо. Так, а тебе еще нужно 4 предмета найти. 4 предмета нужно найти. А вот как? Предмета. Да, что не хватает в твоем подсознании? Что не хватает в твоем подсознании? Не знаю, чего-нибудь... А, время вышло, день сурка, все заново. Время вышло. Все, время вышло, день сурка, все заново, время вышло. Евгений, я тебе буду давать подсказочки, поэтому давай, тебе еще 4 предмета нужно найти. Да я искал. Один блок выделяется на стене. Два блока, точнее, выделяются на стене. Что на стене выделяется? Вот это жижа зеленая какая-то. Я не понимаю, что она делает, но она явно... Она ведет тебя, она тебе путь указывает. Кто меня бьет? А, путь. Я не понимаю, какой она мне путь указывает, просто какая-то жижа и все. Хорошо, куда она ведет, эта зеленая жижа? Куда она ведет? О, в стенку. Все, ты ответил на свой вопрос, в стенку! Ну, то есть тебе нужно потыкать в стенку, правильно? Нет, тебе нужно пройти в стенку, просто взять, пройти. Стенка есть... Ага, ну блин, до этого сложно догадаться на самом деле.
Так, хорошо. Что там было, что там было, а что там было? Еще одна розовая шерсть. Ага, и а что там еще было? Что там еще было? Там еще, что-то было, Евгений. А, еще? Ничего еще было, ну все. А, еще что-то было. А. Кнопочка, кнопочка. Кнопочка, куда кнопочка ведет? Кнопочка куда ведет? Куда ведет? Что, реально дверь не видел? А, наверное, дверь, да, дверь. Ага, хорошо. Молодец, молодец! Давай, 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 давай. Ага. Еще одна розовая шерсть. А-та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 . День сурка. День сурка, день сурка! Ну вот хорошо. Такая штука у меня выходите, осталась. Выходите, выходите, выходите. Так, сколько у тебя предметов есть? Сколько предметов? У меня 4. Так, еще 2 предмета. Один я помню где, а вот второй не помню где. Нет, я помню. Все, 2 предмета, которые просто чересчур выделяются на этой карте. Один в дереве, один в стене. В стене выделялось, мне кажется, только за это жира. Вот еще в стене какой-то темный блок выделяется, да, все отлично. Угу. Еще один. Еще один в дереве, да? В дереве. В дереве. Что выделяется в дереве? Ну, сундук там был в дереве, я его уже открыл. Акации. Ну хорошо. Акация, здесь джунглевое дерево, да, и. И что тут в нем джунглевом дереве? В него войти опять можно. Сложно. Да почему ты всегда тыкаешь, а не просто входишь? У меня такой вопрос. Не знаю. Так, ну все, у меня 6 блоков. Это твое подсознание, что не хватает в твоем подсознании? Быстро подумал, 3 секунды у тебя. Три секунды. Я понимаю, к чему ты клонишь, типа там писюн построить, все такое. Нет. Это день сурка. Ты застрянешь тут навечно тут застанешь. Хорошо, где мне вас строить? Давай. Хоть где. Хоть где день сурка, у тебя 10 секунд осталось, 10 секунд осталось! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Какой-то... О, у тебя еще один блок есть, ты должен был увеличить писюн. Писюн, в твоем подсознании писюн побольше, вроде, как я понимаю. Да, вот, да. Все! День сурка, молодец, Жека, ты пэхайся, и все, и последняя быстренькая комната, день сурка, Жека. А тут, кстати, ты ничего не заметил, то, что тут есть проход такой? Да, ты не обращай внимания. Что там было? Лучше бы я не обращал. Что там было? Там ничего не было. Ну хорошо, неважно. Типа сделаем вид, что я тебя не затроллил, хорошо. Да, вообще не хорошо. Давай. Так, ага. Не. Видишь, что тут типа финальный босс. Понятно. День сурка. Какой-то. День сурка. Что не так? День сурка. Не так. Что тут не хватает? Явно стероидов пережрал. Что не хватает в этой комнате? Почему Эдисон тебя бьет? Потому что он дебил. Нет. Я не знаю почему. День сурка. За что ты не угадал. Все, день заново. Ты оскорбил Эдисона, все заново, понимаешь? Все заново. Что тут не хватает? Что не хватает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что не хватает, Джека? Давай ты пэхайся. Я не знаю, чего не хватает. Ничего там, в этой комнате ничего нет, вот там чего-то явно не хватает. Да, чего не хватает. Я не знаю, почему. Ты же построил эту карту, ты мне должен ответить на этот вопрос, я не знаю. Ты должен догадаться. Я не знаю. Самая коронная фраза вот этих всех. Почему у тебя бьет Эдисон? Почему? А, ну потому что он как бы у него свой писюн показывал, да? А вот тебе нужно извиниться перед ним, а то он тебя будет отходить. День сурка! На правду не обижаются, поэтому это проблемы Эдисона, что. День сурка, понимаешь? День сурка! Тебе нужно извиниться, потому что Эдисон тебе будет вечно бить. И этот день будет вечно повторяться этот день будет, понимаешь? Понимаешь? Это как-то нелогично. Почему я должен извиняться за правду? А пруфы есть? Я понимаю, окей, в связи с последними событиями я могу предположить то, что Эдисон показывал трусы, потому что нашлись многие детективы, которые меня разоблачили, хорошо. А вот Эдисон показывал писюн, такого не было. Ну, они просто еще не разоблачили, а я разоблачать не хочу, потому что я благородный друг, который не будет. Ай-яй-яй-яй-яй. Поэтому день сурка, ты навечно тут застрянешь, Евгений. Ты навечно тут застрянешь. День сурка, нужно извиниться перед Эдисоном. Ты навечно тут застрянешь. За что? То, что он не показывал писюн. Не, ну ладно, чтобы успокоить Эдисона, чтобы он не переживал, я понимаю, что ему тяжело это признать, и хорошо, чтобы ты не обижался, я извинюсь перед
тобой, вот в твоем обличии, вот этим NPC. Вот, извини. Но, как бы да, ты показывал писюн, но нет, извини, пожалуйста. Я могу сказать, ты не показывал писюн, я это признаю. Ну хорошо. День сурка! День сурка! Я же это не тебе говорю, я это говорю NPC какому-то. Вот этот NPC, который вот со скином Эдисон ПТС, он не показывал писюн. То есть тебе нужно сказать, Эдисон не показывал писюн. NPC Эдисон не показывал писюн. 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 Все, у меня есть пруфы тогда. У меня есть уже пруфы, понимаешь, ты сказал, NPC Эдисон не показывал писюн. Вот это просто берем, вырезаем, Эдисон не показывал писюн, и все. Да! Я это место вытащил! Я вытащил с него вот эту фразу! День сурка, понимаешь, день сурка, ты застрял в одном и том же дне. Нет, это не мое место, это не мое место, пофиг. Ты куда сел? Да ты это твое, то не мое. Затроллен. Да, хорошо, Жека, спасибо тебе большое, то, что ты наконец-то спустя столько времени признал то, что я ничего не показывал. Понимаете, как он старается, в каждом троллинге, вот пытается, чтобы вытащить, изменить слова. Ну, все же мы и так знаем, что все равно он все показывал. Поэтому... Там мне посрать вообще, да показал я кому-то там, допустим, член, и шо? И это и все. Какая разница, я от этого умру. То есть ты признал. Не, я говорю, если бы я даже кому-то показал, и что бы было. И что бы не было, показал, ну да, смотри, любуйся. Такой, ну хорошо, какая разница. Я не понимаю, что вообще к этому все привязались, к этой фразе, поэтому забей. Да нет, ничего, все хорошо, не переживай. А вот что ты кому-то там показывал, это я вообще никому не расскажу, потому что за это тебе вообще посадят. А спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, писать. Переводят, 15 понятно? Тысяч лайков и сразу же выскочил в серии. 15! У меня просто тузы в рукаве, понимаешь? Но я еще никому не светил. А, спасибо всем за просмотр. 15 тысяч лайков сразу входит в новую серию. Поэтому давай. Да, и еще нужно... Подожди. Какие-то свидания. Нужно подписываться на наши инстаграмы и на наши каналы. Это самое главное. Йоу. Да, все ссылочки в описании. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.